стоимость чистых активов открытого фонда рассчитывается ежедневно. И те сведения, которые публикуются в прессе, на сайте управляющей компании, они уже включают все понесенные издержки по управлению, то есть плата спецдепозитарию, регистратору, управляющей компании. И цифры, которые публикуются, они указывают уже именно чистую стоимость активов, то есть ровно столько, сколько стоит один пай и сколько активов фонда составляет на данный момент. Эти цифры не показывают такие параметры, как надбавка, которая взимается при продаже пая, и скидка, которая взимается при погашении пая. У разных управляющих компаний эти условия могут быть разные. Вот, от нуля до нескольких процентов. С ними тоже необходимо ознакомиться до приобретения пая. Это тоже указано и в правилах фонда, и размещено на сайтах управляющих компаниях. И есть сведения о специализированных интернет-сайтах. Помимо того, что управляющая компания, специализированный депозитарий, ежедневно рассчитывает стоимость чистых активов фонда в соответствии с правилами, управляющая компания должна соблюдать еще ряд требований, в частности по раскрытию информации о деятельности фонда. То есть все изменения, которые происходят в деятельности фонда, меняются правила, меняется вознаграждение управляющей компании или специализированного депозитария, а происходят еще какие-либо существенные события в деятельности фонда, они подлежат обязательному публичному раскрытию как в средствах массовой информации, так и на сайте управляющей компании. Сюда же относится и необходимость составления ежеквартальной полной отчетности о деятельности фонда о всех существенных событиях, которые происходили. В том числе управляющая компания в этой информации обязана раскрывать такие вещи, как налагались ли какие-либо санкции на управляющую компанию в отчетный период, или же есть какие-то нарушения, которые были устранены не вовремя. С точки зрения раскрытия структуры активов фонда и отдельных инструментов, которые входят в портфель фонда, сегодня по законодательству управляющая компания должна это делать раз в квартал. То есть раз в 3 месяца эта информация появляется в открытых источниках, размещается на сайте управляющей компании. Однако на практике управляющие компании, которые заинтересованы в большей открытости, публикуют эту информацию чаще. Главным регулирующим органом на рынке паевых инвестиционных фондов является Федеральная служба по финансовым рынкам. Она лицензирует управляющие компании, спецдепозитарии, спецрегистраторы. Она же, собственно, следит за отчетностью управляющих компаний и паевых инвестиционных фондов, и в случае нарушения каких-либо действующего законодательства накладывает на управляющую компанию или спецдепозитарий соответствующие санкции. Если говорить о возможных типичных нарушениях, которые могут происходить без злого умысла на рынке паевых фондов, то это вещи, связанные с несвоевременной публикацией каких-либо вещей, о которых управляющая компания должна раскрывать информацию. Существуют довольно жесткие требования к рекламе паевых инвестиционных фондов. Любой фонд, который себя рекламирует, должен раскрывать информацию о результатах своей работы не только за любой, который он хочет период, но и за месяц, за 3 месяца, за 6 месяцев, за год, за 3 года. Помимо этого, в рекламе фондов управляющая компания обязана указывать то, что стоимость паев может как увеличиваться, так и снижаться, обращать внимание инвесторов на то, что доходы в прошлом не гарантируют каких-либо доходов в будущем, и еще ряд обязательных предупреждений, которые управляющая компания должна делать, публично рекламируя свои паевые фонды. Если эти требования не соблюдаются, такая управляющая компания может быть подвергнута санкциям со стороны Федеральной службы по финансовым рынкам. Сайт, телефон, лицензия, номер и дата регистрации паевых фондов. На это должно быть отведено не менее 10% рекламных площадей.